Благотворительная акция «Подарок детям» прошла в канун Нового года в Кашхабльском районе. Традиционно в ходе акции уделяют внимание пациентам детских больниц, детям-сиротам, детям-инвалидам, детям из многодетных семей. Работники культуры в образе Деда Мороза и Снегурочки с подарками от администрации района посетили маленьких пациентов Кашхабльской районной больницы и поздравили их с Новым годом. Вот тебе подарок. А дедушке Морозу. А спасибо большое. Чтобы не болели. Не болейте. Выздоравливайтесь, наступайте. Чтобы не болели ваши детки. Здоровья вам. Спасибо. Подобная акция позволяет детям, находящимся в трудных ситуациях, в полной мере ощутить чувство праздника.